Команда юных чирлидеров из Донецка приезжает в Химки не впервые. Их прошлая поездка состоялась в феврале. За это время девочки набрались опыта, и вот они снова в гостях у спортивной школы «Надежда». 1 июня здесь состоялось торжественное открытие спортивных сборов. Мы же ведь дружим. Да. Дружим, совершенно верно. И дружим. И у вас появились здесь и подружки, правда? Да. В «Надежде», совершенно верно. Особое впечатление на зрителей произвел номер «Выстрел» в исполнении Ангелины Панжар и Лены Куприенко. Мы ожидаем ярких эмоций, ощущений. Прям очень ждали этого. В составе сборной Донецка 17 девочек, самым младшим всего 7 лет, старшим по 15. Их разместили в учебно-спортивном центре «Планерная». Там они будут жить целую неделю и тренироваться. Очень приятно приезжать туда, где тебя ждут, где ты нужен, где в тебя верят. Девчонкам говорю, что мы на правильном пути, если мы уже не дали сломить наш дух, и мы до сих пор здесь, до сих пор в спорте, и мы пытаемся жить, двигаться дальше и развиваться, то значит мы на верном пути. Спортсменок из Донецка ждет насыщенная программа экскурсий, посещение театра, интересные встречи и, конечно, тренировки совместные с командой по чирлидингу из Химок. Знаете, у нас уже такая сложилась традиция, и мы как города-побратимы в спорте. Это Донецк, Донецкая Народная Республика и наша спортивная школа «Надежда». Будут различные мастер-классы по хип-хопу, по спортивной акробатике. И такой будет обмен вот этими такими спортивными дисциплинами. Сборы продлятся до конца недели и завершатся всероссийскими соревнованиями по чирлидингу. В Химки приедут 22 команды со всей России уже в субботу. И спортсменки из Донецка в числе участников. Юлиана Мазырина, Вильфред Зимковский. Новости Химки ТВ.